Мы практически на финишном этапе по поводу того, что касается сетей. Где-то это полностью уложенные сети, где-то только заведены кожухи. Мы готовимся затягивать трубу уже с проезжей части. К сожалению, заранее уже приносим извинения нашим автолюбителям. Мы перекроем окончательно в пятницу на достаточно приличный срок этот проезд. Это вынужденная мера. У нас идет перестройка огромной камеры воды. И мы должны будем закрыть дорогу. Это все в рамках дороги. Как вы видите, абсолютно верно, уже отливается нижняя часть трамвайной плиты. Все впервые делается параллельно какими-то кусками. Тут работают сетевики, здесь уже кладут какие-то части трамвайщики. Что-то делается возле здания БТИ. То есть все это происходит в большом объеме и в комплексе. Это замена здесь полностью освещения на этой территории. Это в той части, где была необходима замена теплосетей, замена кабелей ввода в электротранса, которые уже имеют срок службы по 50 лет и более. На самом деле делаем все. Площадь вскрыли, вот то, что называется, знаете, как она накопилась, и теперь мы ее вскрыли и делаем от начала до конца. Вот мы не вводим пока процент готовности, делаем это умышленно. С одной стороны, для того, чтобы не расслабиться, а с другой стороны, чтобы не пострадало качество при явраге. Мы хотим закончить все к 18 августа, если у нас получится. Такая задача поставлена, я предупредил, значит, все департаменты, которые здесь задействованы, чтобы они работали со всеми подрядчиками, кто здесь задействован, чтобы вовремя соблюдался график. И, конечно, предварительная задача поставлена на 18 августа. Сегодня я доволен ходом реконструкции Павловской площади. Вот сейчас мы с вами находимся вот здесь. Вот здесь. Видите? Вот здесь. Если мы с вами посмотрим вот сюда, то где раньше была стела, это все будет спланировано. Это будет треугольник, который будет разводить движение. Здесь будет большой тротуар с местами для парковки транспорта. Ну и, соответственно, отдельно выделенная линия для трамвайного направления. Ну, все вроде как запланировали проектанты.